В завершении выпуска еще информация о погоде. Снег придет и уже не растает, а накроет Самару теперь до весны. Антициклон сохранит свое господство в регионе. Всю неделю будет морозно, а снежный покров достигнет нескольких сантиметров. Завтра синоптики обещают до 6 градусов ниже нуля, а вот первые дни декабря будут по-зимнему холодными и отметятся обильными снегопадами.